Девочки, мальчики, друзья, всем приветики, всем буфетики. Снова дача, да? Дачные влоги. Мы только приехали, я еще не переоделась. Тут траву жгут. Прям все, ну так пахнет, понятно. Мама рассаду снова привозит. Уже туда отнесли. Так, мы сейчас заезжали в магазин, в Леруа и в Победу. Так, в Леруа. Нет, мы заехали, купили 5 литров грунта универсального. Мы покупали литровый попробовать. Вроде ничего взяли. 5 литров, думаю, может быть, хватит. Может, не хватит. Так, 5 же здесь литров. А, 2,5. Куда я смотрела? Ладно. Быстро-быстро, потому что. Прям бегом-бегом. Заехали в Победу. Я взяла 4 горшка. Да. Так, здесь взяли колбаску, мясо, сыр. Вот такое взяла. Губку для обуви, чтобы здесь была. Еще взяла доску разделочную под мясо. Еще такой вот разносик. Думаю, пусть будет. Мало ли так вот мясо сюда накидай. Да? Ну, просто. Здесь же все пригодится. Вот. В Леруа. В прошлый раз я вот что-то заметила. Такое вот удобрение для роз пионов. Я взяла по стоимости, знаете, блин, что-то 240 или что-то такое. Или 212. В общем, я не знаю. Чек у меня где-то был. Блин, а где он? Где-то у меня лежит. Здесь, как пишут, один раз в сезон можно применять. Сейчас я чек возьму. Так, нет, это Победа. Не найду я чек от Леруа. Вот, короче, такая. Ну, тут лимонадик такой взяли, водичку. Я вчера, значит, пошла в этот, в перекресток. А там в распродаже 13 рублей цветы. Я взяла вот такую вот штуку, не знаю, что такое. Потом, как она называется, флоксы взяла. И, так, царица ночи. Как она называется? Матеола. Я взяла по 8 штучек, что ли. Ну, думаю, ну, пусть будет, ладно. Если уж не в этом году, то на следующий год. По 13 рублей, ничего не взять. Набрала. А, и вот еще что, смотрите. Удачный урожай. Парничок, мини-парничок. Взяли в Победе. 464, наверное, да? Сейчас у меня чек есть. Так. Да, 464 рубля. Мини-парник. А насколько он тут? Размер-то? Размер 4 метра. Я увидела, говорю, надо, давай возьмем. Бабушка сначала, нет, нет. Он говорит, ну возьми. Ну, все. Так, цветочки мы тут вчера прикрыли. Все тут хорошо, замечательно. Что здесь такое? А это фильтра. Вот. Все это надо сейчас убирать, переодеваться и идти вот грунтовать. Так, девочки, мальчики. Мы сейчас будем с бабушкой сажать розы. Мы подумали и решили. Вот посадить цветы. Конечно, неизвестно, вдруг будут заморозки. Вот. Так, вот здесь вот, наверное, будем. На этой стороне. Ой, это, опилки летят. Ничего, ничего. Набрали вот. Здесь для розы жить нужен. Что нужен? Дренаж нужен, господи. Щебенка была у родителей, вот ведро взяла. Там еще есть 2 мешка. Так, лопаты. Вот такое вот удобрение. Попробуем. Так, ну и сегодня, наверное, сразу же и пион, ой, не пион, георгину посадим. Закопаем. Так, если нам надо вон на той территории прибраться, то есть за забором, может там заросли и глядь. Ну, сейчас еще сходим за песком к соседям. Бабушка пошла поливать рассаду свою удобрением.
теперь посмотрим, что у нас здесь посажено, насажено. Ну, правда, здесь мама все сажала. А здесь у нас полностью вот эти грядочки полностью георгины. Там мама привозила, ей кто-то давал. Я вот покупала, в общем, покупные. Здесь у нас полностью георгины. Ну, много как бы должно быть, по идее. Так. Потом, мы же там хотели розы посадить, да? Мы решили посадить вот здесь, вот рядом с домом. Здесь вроде вода не стоит, не застаивается по весне. Вот. Сделали дренаж. Песка насыпали, засыпали. Удобрением посыпали, которое сегодня вот купила. Ну вот, будем теперь наблюдать. Розовенькая. Желтенькая. И нежно-розовая. Роза. Вот. Ну и здесь вот можно чуть-чуть посадить какие-нибудь, знаете, бархатцы, думаю. Здесь еще дорожку надо делать. Здесь вдоль дорожки бархатцы. Так. Здесь у нас что? А, вот. Лилии. Лилии еще не знаем, куда посадить. Их нужно постоянно куда-то посадить. Вот такие вот. Вот еще мама привезет. Ну, где-нибудь посадим. Че? Да ничего. Растет? А? Уже цветет, да? Это блазника. А где, кстати, парник-то? Куда будешь парник ставить? Я убила. Парник-то? Куда же лучше? Мы не сейчас, они огурцы. Подожди. Я бы уже сейчас посадил огурцы. Помидор посадил. Подождем еще только. Рано еще. Смотрите. Прям совсем скоро-скоро. На пробу взяли вот такую вот краску. А здесь что, 900 миллилитров, ну, литровая баночка. Попробуем. Это, короче, цвет вот такой вот. Ну, прям уже заклеровано, да? Идет цвет вот такой. И взял просто базу под колеровку, заклеровал определенным цветом. То есть у нас есть образец. Подошел, показал, ему заклеивали. Я даже не открывала, не смотрела, что там, какой цвет. Вот, вот такое вот средство. Ну, как пишут, защита до 7 лет. Ну, посоветовали, сказали, хорошую, бери. Почем краска? Открываем и глядим. Сама не знаю, сколько. Олег Одинакин ходил. Так, средство деревозащитное 872 рубля. А, нет, 890 рублей. А, разные чеки. Разные чеки. Просто. Короче, 890 рублей. Это скандинавский серый. Без колеров. То есть вот такой вот цвет идет. Видите, он как бетон, что ли. Все бетон. Вот. И вот это, который нам заколеровали. Но это просто, как наша крыша. То есть он прям темный. Давайте попробуем кусочек того, кусочек всего. В общем, вот я покрасила, смотрите. Вынесла сюда. Это уже на два слоя. На два слоя. Блин. Вот это вроде ничего так лег, да? Светленький. Вот этим цветом у нас будет дом. Полностью. Вот этот цвет у нас пойдет. Сейчас мы пойдем с вами сюда. Этот цвет должен быть таким же, как и вот этот вот. Но он другой. Мы показали, ну, то есть Олег показал образец, сказал, мне нужен такой цвет. Сказали, ок. Вот сделали, видите. Блин, а он должен сюда вот эти вот, вот эту вот, вот эту часть обделывать таким цветом. Ну,
в принципе, что, я не знаю. Блин. Ладно, вот эту часть. И я думаю, может быть, вниз, что ли, что-то он как-то хочет. В общем, вот так вот. На свет вынесли, а тут совсем цвет-то не тот. То есть другой, не как в помещении. Вот. Короче, вот так вот, друзья. Короче, вот так вот это будет. Пойдешь? Вот такой серенький домик. Сходила я вот с образцами. Вот, смотрите. Рал 7024 цвет. Ну, под разным углом он по-разному смотрится. Вот, это вот у нас таким цветом крыша и вот задняя часть дома. Вот таким цветом у нас должна была быть стена. Вот эта вот. И что мы видим? Ну, в принципе, вот этот похоже, да? А это как-то не очень. Ай, блин, это да, это посерей. Вот здесь то, что дерево. Это цвет типа графита, что ли. Мне нравится такой цвет. Ну вот, а сейчас еще солнышка нет. А на солнце по-другому будет смотреться. Вот. Короче, так вот. Еще надо еще подумать, что к чему. Написано 2 в 1. Наносится без грунта, питает, защищает от влаги, загрязнений и атмосферного воздействия. Вот таким цветом будет наш дом. Чуть-чуть посветлее. Солнца нет, хотели посмотреть. Как на солнце смотрится эта краска, солнце. Будет сегодня дождь. По крайней мере, интернет нам обещает дождь вечером и завтра весь день. Сейчас возьму. Смотрите, у нас стул. Так, так, нет. Так. У нас обед. Ведь не очень удобно здесь ходить теперь. Ну, когда спилится вот это дерево, вот будет удобнее, да. Вот, на днях. Вот, смотрите, что у нас тут. Селёдочка, икорочка, картошечка. Так, Олег, ты что там один сел? Я там нету, я пошел. У нас на сегодня все. Мы поехали домой. Мы устали. У меня руки вот такие вот грязные. И они не отмываются. Вот такие вот. Это потому, что я... Что там делать? Не давала. Распечатка. Все. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Кто еще не подписался, заходите, забегайте в гости в телеграм-канал «Семья из Самары» и на дзен-канал. Забегайте, будем рады. На сегодня все. Пока-пока. До новых встреч.